Смертельный номер в Екатеринбурге. Один из самых опасных прыжков в честь 85-летия воздушно-десантных войск совершили свердловские военные. На акваторию городского пруда высадился белоснежный десант. Праздничный прыжок парашютисты совершили с опасной высоты, всего 150 метров. Прыгали без страховки, высота слишком мала для раскрытия запасного парашюта. Но все, что называется, приводнились удачно. Толпа горожан в тельняшках и голубых беретах встречала их радостными криками. Поздравил с праздником десантников и областной премьер Денис Паслер. На территории Свердловской области то, что все, кто служил в ВДВ, они на самом деле близки друг к другу, они помогают друг другу, и они едины. И, конечно же, это единое братство, которое в Свердловской области ярко представлено, мы с удовольствием взаимодействуем и, конечно же, поддерживаем. Празднования юбилея ВДВ прошли у «Черного тюльпана». По традиции, екатеринбуржцы возложили к мемориалу цветы и провели митинг в память о погибших героях. Ну а в ДИВСе подготовили специальную концертную программу, главным номером которой стала постановка «Легенда о голубых беретах». Это история воздушно-десантных войск России. В мюзикле прозвучали военные песни. Композиция «Я вспоминаю утренний Кабул» заставила весь зал встать. Где завершится наш последний бой? Последний враг.